Формирование культуры межэтнического общения в политкультурной среде. Под таким названием прошел форум на площадке ДГПУ в Махачкале. Совместно с представителями органов власти, общественных организаций говорили о значимости межнациональных отношений и формировании толерантного общества. Подробнее расскажет Байгинат Устарханова. Диалог между научным сообществом и членами органов власти. На пленарном заседании форума представили ключевые доклады на разные темы. Среди них родной язык как основа народного единства, межэтнические традиции как средство формирования толерантности у подростков. Очень важно было то, чтобы совместить научный подход с практикой, с практической деятельностью, что мы сегодня и делаем. И будет подготовлена и доработана резолюция, которая рекомендована органами исполнительной власти использовать вот те новизны, новые формы, методы работы с молодежью, с населением. Профессор кафедры педагогики Шайдабек Мирзоев около 40 лет посвятил изучению этнокультурного вопроса. По его словам, залог единства народов заключается в духовно-нравственном воспитании молодежи. Нужно через образование только, вернуть те дисциплины, которые имеют исключительное значение для формирования человека. Для того, чтобы человек формировался настоящий, который ценит себя, ценит свою семью, ценит свой род, ценит свой народ, тогда у нас будут межнациональные отношения великолепные. Такое же мнение разделяет и доктор педагогических наук Бика Алиева. Она считает, что многонациональный Дагестан – это уникальное место в мире, где лучше всего понят и принят этнопедагогический манифест. Мы сумели сохранить преемственность традиционных наших ценностей. Зимняя Ирина Александровна, это заведующая кафедрой Ростовского госуниверситета, она проводила исследования по выявлению уровня толерантности по всей России. Я сама была участницей этого проекта. И мы, какой вывод? Самый толерантный народ в России – это Дагестан. После пленарного заседания форум продолжил работу в тематических дискуссионных площадках в 6 секциях. В них приняли участие студенты и другие участники форума.